День рождения Оренбургской истории. 30 апреля Музей истории города отметит свой юбилей. 30 лет назад, в день основания Оренбурга, открылся этот уникальный комплекс. Здание очень старинное. Изначально вот здесь находились архив и денежная кладовая. Но через 2 года сделали гауптвахту, и вот она просуществовала примерно до 70-х годов 20 века. Музей был открыт 30 апреля 1983 года в честь 240-летия основания города Оренбурга. Здание музея действительно уникально. Именно на этом месте 270 лет назад был заложен наш город. Внешне это строение напоминает средневековый замок. Внутри же представляет симбиоз всех времен и культур. Здесь собраны уникальные экспозиции 18, 19 и 20 веков. Вот так, к примеру, жил средний класс 100 лет назад. В доме обязательно должна быть швейная машинка, пианино, самовар. Более зажиточный имели вот такой прототип музыкального центра. А вот сюда клали пластинку, вставляли ручку для того, чтобы усилить звучание, открывали дверцу. Для того, чтобы уменьшить, закрывали дверцу. А вот это пластинки в таких коробах. Специально к юбилею работники музея приготовили несколько новых экспозиций. К примеру, все желающие могут взглянуть на клад медных монет, исчезнувших деревень Оренбуржья. Посмотреть, что из себя представляет клач начала 19 века и как выглядели другие модные аксессуары прошлых эпох. Кстати, 30 апреля, в день города и день рождения музея, вход для посетителей будет бесплатным.